дороже iPhone. Samsung показала свою раскладушку. Смартфон базируется на флагманском процессоре Snapdragon 845. Он также получил два экрана на 4,2 дюйма. Компания Samsung представила в Китае свой топовый смартфон-раскладушку W2019. Гаджет базируется на флагманском процессоре Snapdragon 845, имеет двойную основную камеру и два экрана с диагональю 4,2 дюйма. Об этом пишет Gizmoshine. Оба дисплея, внешний и внутренний, AMOLED с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей. Камера имеет разрешение 12 мп, оптический зум и поддержку K-видеосъемки со скоростью 60 кадров в секунду. Также есть поддержка замедленной съемки Full HD со скоростью 960 кадров в секунду. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Кроме того, смартфон поддерживает microSD. Стоимость гаджета составляет от 2-5 тысяч до 4 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Samsung представила первый гибкий смартфон, который можно сложить пополам. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.